подключаем однофазный электродвигатель с тремя обмотками. Не с двумя, а с тремя обмотками в однофазную сеть. И вот с этим сегодня будем заниматься. Будем его запускать с конденсатором и без конденсатора. Двигатель этот, вот у нас, значит, бирочка. Я его тут присоединял, немножко часть бирочки закрыл. Вот он, значит, 1,1 киловатт. Вот однофазный, вот рабочий конденсатор 100 микрофарад, 250 вольт. Но это и побольше можно поставить. В общем, вот он однофазный. Вот марка электродвигателя. 2840 оборотов. Но посмотрите вот сюда вот. Значит, наклемник. Тут получается, как у трехфазного двигателя, три обмотки. У однофазников же две обмотки. А вот у этого три обмотки. Подсоединил я его звездой. И вот сейчас будем подключать. Подключаем. Я узелок завязал. Это сюда вот конденсатор буду подключать на один из этих проводов. Он трехтысячник, но однофазный. С тремя обмотками и будет запускаться. Должен запускаться без конденсатора. Вот. Включаем. Вот он запустился. Возвращается сейчас на меня. Конденсатор вот он отдельно, ничего тут нет. Вот я его приготовил, мы потом с конденсатором будем включать. Если я сейчас навал возьмусь, с нагрузкой он, конечно, не запустится. Для конденсатора как раз с нагрузкой на валу и нужен. Без нагрузки запускается. Это он сейчас на меня вращается. Давайте сейчас, чтобы в другую сторону вращался. Перекинем проводок. Сейчас он должен в обратную сторону от меня начать вращаться. Вот, пошел. Давайте сейчас рукой вот задержу. Сейчас нажму. Ну да, ему мощи не хватит какой-нибудь там. Как вот через ремень что-нибудь запустить или на валу что-нибудь будет. Ну, наждак запустит он, ну а так, если на валу какой-нибудь там устройство, он его уже не прокрутит. Ну, давайте с конденсатором теперь. Тут, значит, написано вот 100 микрофарад нужен конденсатор. Ну, вот он у меня, 100 микрофарад. Вот на 220, а другой на свободный провод. Так же, как в трехфазном, так же, как на 380 запускаем. Ну вот соединение звезда, она такая и есть. Оно такое и есть. Так. Подсоединили конденсатор. Включаем. Ну да, он сразу запустился. Сразу мощно. Это он от меня сейчас вращается. Ну то же самое сейчас переставлю. Конденсатор будет на меня вращаться. То есть вот такое вот еще выпускали прессор. Тремя обмотками. Вот такой вот выпускали. Я, насколько знаю, для сельскохозяйственной вот этих нужд такое было. Ну, двигатель вообще интересный, конечно. Это, кстати, редкость. Мне вот только попался вот один такой. Больше нигде не видел. Ну вот, провели эксперимент, запустили с конденсатором и без. То есть трехтысячник запускается без конденсатора. Спасибо за внимание. До свидания.